В Европе новая акция солидарности с Москвой и протестов против действий Анкары. Так, в Берлине буквально только что завершился пикет у турецкого посольства, в котором приняли участие немецкие антифашисты и члены сирийской общины. Их главными лозунгами были «Нет провокациям против России» и «Турция – разжигатель войны». Аналогичная акция прошла в Афинах. Участники марша протеста проследовали к турецкому диппредставительству, заявили, что поддерживают борьбу России с терроризмом, а инцидент со сбитым бомбардировщиком назвали ударом в спину. Были также призывы к выходу Греции из НАТО. Недопустимым и варварским актом атаку на Су-24 назвали участники митинга у стен российского посольства в столице Болгарии. Политики и простые жители Софии принесли российские флаги, цветы, свечи, а возле импровизированного алтаря с фотографиями погибших военнослужащих читали молитвы.